Делегация Заинского района 23 ноября навестила мобилизованных земляков Казани. На пункты сбора на полигоне танкового училища и выставочном центре Казани-Экспо нашим ребятам по их просьбе привезли сварочные аппараты, бензопилы, генераторы, шуруповерты, лопаты, ломы и другие инструменты, необходимые в рамках участия в специальной военной операции. Также привезли термобелье, балаклавы, теплые сапоги, медикаменты. Добавили к этому набору и сладкие гостинцы. Глава района ознакомился с ходом боевого слаживания, напомнил бойцам о мерах поддержки. Если у кого-то остались вопросы, решить их можно было здесь на месте. Большую помощь в приобретении необходимых вещей, инструментов, одежды оказали руководство района, жители, ветераны вооруженных сил, храм святителя Макария, коллектив заинских СМИ. Чуть раньше на полигон танкового училища благотворитель отправил 10 кубометров дров. От имени всех мобилизованных земляков были выражены слова благодарности. Хотел сказать так, огромное спасибо нашим жителям нашего города, района, администрации нашей, те, которые нам помогают, люди. То есть огромное спасибо. Глава района Разиф Каримов также встретился с командирами на каждом сборном пункте. Поинтересовался, как проходит боевое слаживание. От лица командования, вверенного мне подразделения, выражаю вам огромное спасибо. Помощь очень большая, нужная. И плохих ребят из Заинска я не видел. Также бойцам в посылках от земляков были переданы письма и рисунки от заинских детей с пожеланиями скорейшего возвращения домой. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Заинска.